Привет, друзья, с вами Вайми, и мы продолжаем играть в Лимбо. Так, и в прошлый раз мы сбежали от огромного паука. И что здесь, происходит? Окей. Ладно. Ай. Нет? Да. Так. Отлично. И теперь, наверное, можно допрыгнуть туда. Ну, то есть допрыгнуть можно было и до этого, только капкан немного мешал. Так, и это какой-то джампинг-пазл? Возможно. Так. Отлично. Нет? Или да? Окей. По-моему, здесь нужно подгадать момент. Да, вот так. Отлично. Черт. Надо было не пригибаться, а прыгать, наверное. Окей. Попробуем еще раз. Так, и... Да. Нет? Не, нормально. И идем дальше. Мне показалось, на земле там что-то было, ну да ладно. Снова паук? Или нет? Окей. Это не настоящий паук. Что-то с этим сделать можно? Не ясно. Ладно. Так. Допрыгиваем. Окей. Оно было одно? Видимо, да. Или... Ну, это можно... Можно было бы так перепрыгнуть, если бы я в правильный момент прыгнул. Ладно. Так, нет. Это перепрыгнуть вряд ли получится. Хотя, не, не получится. Я от первого сваливать, второй, наверное, можно перепрыгнуть. Так. И бежим вперед. Прыжок? Да. Кто эти люди? Почему они пытаются меня убить? Так, там что-нибудь есть? Видимо, нет. Ладно. Соберемся наверх, посмотрим, что здесь. Я вижу там капкан. Да? Черт. Окей. Назад поможет. Или... Нет. Назад не поможет. Пригнуться, по-моему, тоже не поможет. Он до земли почти достает. Что тогда с ним делать? Он здесь как-то... Нет? Возможно, поможет бежать назад сразу же. Или все-таки пригнуться. Попробуем. Так, он активируется где-то чуть-чуть дальше. Да. И действительно поможет побежать назад и сразу же снова вперед. Отлично.
И справа там еще куча капканов, наверное, туда не стоит перепрыгивать. Вместо этого поднимемся по веревке. И здесь нам подняться по веревке не дадут, ну да ладно. Так. Окей. Это плохо. Черт. Я могу как-то заставить эту штуку плыть? Control? Нет. 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 Прыжок? Возможно. А, там можно на землю спрыгнуть, да. Или нельзя? Посмотрим. Так, чуть-чуть поближе. Так, да, можно. Бежим от паука. Ха. Окей, ну-ка. Есть идея? Нет? Черт. По-моему, это бревно там не просто так, и на нем нужно подпрыгнуть. Черт. Так. Бегом. То есть дождаться просто, пока паук туда подойдет, что ли? Отсюда я не допрыгну туда точно. Ну-ка, посмотрим. Сначала потому что. Нет, не так. Как же тогда это сделать? Прыжок, прыжок. Нужно заставить паука ударить вот это вот место на земле, чтобы меня подбросил, по-моему, так. А, нет, можно просто так допрыгнуть, окей. А здесь что? Понятно. Вперед. Паук догоняет. Окей. И нет, назад. А я смогу выжить вот здесь вот. Да, видимо, да. Минус паук. Так, тут нужно подпрыгнуть. Окей, и вниз мне или вправо? Наверное, вправо. Так. Окей. Почему-то в этой игре нет музыки, по-моему. Или она просто очень редкая. Паук все еще жив. Окей. Окей. Так, его можно потянуть. Вау. Его можно не потянуть, его можно оторвать конечность. Ну, то есть, видимо, он уже не жив. Ладно, попробуем так. Хитрый план катить паука. Окей. Нет, не нравится. Хотя, возможно, все норм. Так, ладно, вправо я пойти не могу, там я не допрыгну никак вообще.
Так что посмотрим, что здесь. Оно оторвется, по-моему, не? Да. И теперь я могу пойти вправо. Потому что у меня есть ящик. Окей. Что здесь? Я слышу воду. Мне это не очень нравится. Это какие-то... Что это? Непонятно. Это просто что-то. Так, а вот сюда, наверное, не стоит. Я ведь не могу? Нет, я могу стоять на трупе, но... Ай. Дальше никуда не могу. Окей, будем стоять на трупе. И будем стоять на другом трупе. По-моему, это не очень возможно с точки зрения физики стоять на трупе, плывущем в воде, и не тонуть. Ну, не знаю. Что-то мне подсказывает, что вот эта вот черная огромная хрень сверху на меня упадет, когда я спрыгну вниз. Попробуем? Да. Она именно это и сделает. И выбраться оттуда я, по-моему, не успею. Можно ли утащить туда труп? Да, можно. Окей. Так. Черт. Труп лучше двигать сзади, чтобы он упал туда раньше, чем я. Так. Отлично. И снова вот эти вот черви, только в этот раз, по-моему, касаться их не стоит. И что дальше? Дальше что-то. Да. Я думал, что это произойдет, когда я наступлю в центр, но на самом деле... Центр как раз и нужен. С этой стороны, да, то же самое. Окей. Центр как раз и нужно наступать, чтобы этого не произошло. Здесь, наверное, такая же... Нет. Здесь вот как раз нужно наступить в центр, чтобы оно упало. Окей. Я не допрыгну. Или допрыгну. Допрыгну, окей. Окей. Ладно. Так. Ай. Вот обратно я не допрыгнул. Но это только в этот раз. Вообще это возможно, наверное. Потому что больше мне деваться некуда. И, наверное, их нужно заманить туда, вот под эти прессы, или как это назвать. Так. Один упал. Второй труп. И третий тоже. Это меня куда-нибудь поднимет к чему-нибудь интересному? Или это меня вообще не поднимет? Наверное, вообще не поднимет. Окей. Идем дальше. Что-нибудь с трупом сделать можно? Нет. Ну ладно. Что внизу? Справа я там вижу пилы. Они не будут на меня падать, нет? Так, окей. И сверху над пилами еще что-нибудь есть. Так, но с этим я больше ничего... Дальше он не двигается.
Окей. Что-нибудь еще здесь? Нет, не похоже. Так, это что над пилами? Я что-то поднимаю слева. И потом оно, точнее, по-моему, опускаю, и оно начинает снова подниматься, так что ли? А? Ага. И что с этим делать? Черт. Я не могу его как-то... Нет, я не могу его закрепить. Ладно. Ага, понятно. Понятно, что с этим делать. Так, подвинуть до упора. Эту поднять до упора. Теперь быстро бежать вниз. Нет. И зацепляться. Да. И перепрыгивать на соседнюю. Черт, нет. Нет. Да, бегом, 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 бегом. Не, не успеваю. А, окей. Так. Тележку снова нужно двигать, конечно. Ну ладно, пододвинем. Мне не жалко. Так. Вверх. Теперь вниз. Окей, это меня не убивает. Это уже хорошо. Зацепляться. Отсюда перепрыгиваем на следующую. И поднимаем их, чтобы они были на одном уровне. Да, примерно. Пробегу? Да, пробегу, отлично. Окей, и давайте на этом закончим. С вами был Айми. Пока.